просто выплескиваем на цион. Поэтому, когда вы нарабатываете, вы сразу как бы образ всего движения ставьте, да? Ветер может захватить, сработать, выбросить. Здесь развернулась, работа. Можете захватить снизу, да? Можете захватить. То есть у нас идет движение, допустим, вот это вот я снизу беру, да? Срабатываю. Этим же движением я могу брать сверху, да, смотрите, раз. Это снизу. Это сверху пошло. То есть в зависимости от того, как у меня руки расположены там и так далее. Если они вверху, они вот пошли сразу по инерции сюда, да? Если они внизу, пошли сразу сюда, да? Поэтому вот это вот движение, поставить, хоп, здесь можно зарабатывать. То есть нарабатываете инерционные движения, вот это, рукой отсюда, отсюда, и сразу же нарабатываете возможность удара. Для того, чтобы у вас правильно шли руки, да, по правильной траектории, сначала нарабатываем движение, чтобы руки у вас соприкасались. Да. Значит, да, инерционно разработать движение с ртети, с десной рукой, винаги... Вот вы наложили, и за счет проворота... Вырвет бавно, почнем с двери. Видите, я левой рукой проворачиваю и кидаю правую. Когда уброшите левую руку, тогда вы десную. Чтобы у вас именно... левая рука, да, управляла движением правой. Может, тогда, левая рука да управляет движением десной. Тогда у вас в правой руке не присутствует сознание, да? Вы его уже пустили, оно идет быстро, бессознательно. И такое движение руки намного тяжелее отследить, чем если вы будете просто бить правой. Да? И вот это вот движение за счет левой руки вы нарабатываете. Потом эта левая рука может как угодно идти, но она за собой будет тащить правую. Да? И вот сначала, теперь обратите внимание, похожее движение, да? Удобное движение. Я вывожу, ударил и здесь сбросил. Ударим и след това отходим. Удар, сбросили. Выгнали, сбросили. Удар, сбросили. Эти сбросы нарабатываются опять для того, чтобы, допустим, сознание раз туда сбросил, а здесь у вас... Можно сформировать сознание, да? Туда, там вече отива удар. Вот этот сброс... Това изтръскване страни. Вводит полностью сюда. Поэтому привежда сознание в тая точка. Вот он, сбросил туда. Здесь идет удар, да? Прикоснулся, сбросил. Куда? Косушку исправишь. Здесь за счет этого. Здесь прикоснулся, бросишь. То же самое, допустим, здесь работал. Вот этот сброс можно показать, скажем так. А куда сработал захвата, то же сработает. Стресс переможешь, да, ему привлечешь внимание, что там было. То есть, допустим, здесь работал, раз, сбросил, здесь начинаю работать. Вот эти вот сбросы, они помогают и в ударе, и отвлечение внимания. Изтръскване помагат и в ударе, и за отвлечение на внимание. И для того, чтобы у вас руки шли вот пронация и супинация без напряжения. И за можа ръце в пронация и супинация без напряжения. Движение рук без напряжения позволяет нам включить так называемое торсионное поле. Да? И когда ръце без напряжение, се включат торсионное поле. Thank you.
Здесь вот сработали, а потом... Здесь вот удар, когда прошел, да? Раз, и рука вокруг, видите? Он сразу... То есть, после удара рука сразу возвращается на возможную дальнейшую работу. То есть, я, допустим, увел, здесь посмотрел, удар, она тут же возвращается, тут же работает и так далее. Сейчас, вот этот момент, чтобы после удара она сразу вас поднимала, чтобы следующий удар возможно и так далее. Чтобы руки у вас, ну, привыкли, во-первых, работать инерционно, без напряжения. Во-вторых, привыкли вот по этой траектории, видите, сразу возвращаться назад. Не так? Траектория, и вот эти вот моменты. Можно здесь запускать шагом, допустим, делаете удар вперед, удар назад, да? Вперед, назад, да. Вперед, назад, да. У вас постоянно руки вот эти. Удовольствие. Они расслаблены и должны идти свободно. Наработана привычка, да? Наработан навык. Допустим, идет удар, это уже вставляет. То есть, когда здесь берут, здесь уже вставляют. Понимаете, здесь берут, здесь вставляют. Вот эти вот моменты, здесь одна пошла, здесь уже вставили удар. Чтобы у вас, ну, в голове даже не возникала мысль, вот сразу. То есть одна рука сразу. Движение одной руки тащит за собой всегда другую. Движение на таркадр после тебя все движение на другую. Поэтому вот на этих вот движениях. Сейчас там ухал движение. И ставим это. Они сразу выходили для того, чтобы наносить удар. Так, хорошо. Теперь палочки возьмите. Палочки тоже нет.